директор. Единовременная выплата $1000. Возможность получения ежекаталожного бонуса для приобретения автомобиля Skoda Rapid или для воплощения любой другой мечты. Приглашение на банкет директоров. Возможность участия в конференции менеджеров. Серебряный значок. Средний доход за год 400 тысяч рублей. Старший директор. Единовременная выплата $1500. Возможность получения ежекаталожного бонуса для приобретения автомобиля Skoda Rapid или для воплощения любой другой мечты. Приглашение на банкет директоров. Возможность участия в конференции менеджеров. Серебряный значок. Средний доход за год 600 тысяч рублей. Золотой директор. Единовременная выплата $2000. Приглашение на банкет директоров. Возможность участия в конференции менеджеров. Возможность участия в золотой конференции. Золотой значок. Средний доход за год 900 тысяч рублей. Старший золотой директор. Единовременная выплата $3000. Приглашение на банкет директоров. Возможность участия в конференции менеджеров. Возможность участия в золотой конференции. Золотой значок. Средний доход за год 1 200 000 рублей. Сапфировый директор. Единовременная выплата $4000. Приглашение на банкет директоров. Возможность участия в конференции менеджеров. Возможность участия в золотой конференции. Золотой значок с сапфиром. Средний доход за год 1 650 000 рублей. Бриллиантовый директор. Единовременная выплата $6000. Приглашение на банкет директоров. Возможность участия в конференции менеджеров. Возможность участия в золотой конференции. Возможность участия в бриллиантовой конференции. Золотой значок с бриллиантом. Возможность участия в программе «Мой автомобиль». Средний доход за год 2 550 000 рублей. Старший бриллиантовый директор. Единовременная выплата $8000. Приглашение на банкет директоров. Возможность участия в конференции менеджеров. Возможность участия в золотой и бриллиантовой конференциях. Золотой значок с бриллиантом. Возможность участия в программе «Мой автомобиль». Средний доход за год 3 150 000 рублей.